Твери обнаружен наркопритон. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тверской области установили, что в квартире на первом этаже панельной пятиэтажки на Санкт-Петербургском шоссе собираются наркоманы. 43-летняя хозяйка квартиры за вознаграждение пускала наркоманов. Когда полицейские проникли в квартиру, там была и сама хозяйка, и гости в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, несколькими часами раньше все они приняли синтетический наркотик. При обыске обнаружено изъято приспособление для употребления наркотиков и остатки вещества. На всех находившихся в квартире составлены административные протоколы. На хозяйку жилья за организацию притона возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание до 4 лет лишения свободы. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Ведется следствие. Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета проводится проверка по факту гибели 19-летнего мужчины в одной из деревень Оленинского района. На парня набросился бык. Предварительно установлено, что 12 октября текущего года молодой человек, находясь в деревне Стопки Оленинского района на территории подсобного хозяйства, подвергся нападению быка, который ударил его в область бедра, повредив артерию, вследствие чего 19-летний парень скончался на месте происшествия от потери крови. Следователи и сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося.